пара монтажников и несколько единиц техники. Такими силами сегодня шли работы на причале. Задача – демонтировать светомузыкальный фонтан, который этим летом установили на Каме. Если еще месяц назад конструкция находилась в 150 метрах от берега и в ночное время радовала горожан, то сейчас фонтан явно не напоминает самого себя месячной давности. Как вы видите, полным ходом идет его демонтаж, причем при помощи крана каждую деталь демонтируют отдельно, а по словам рабочих, таких здесь 12 штук. С филигранной точностью очередная деталь отправляется в 12-метровый кузов. Много времени на демонтаж оборудования не потребовалось. Еще до выхода в эфир этого материала фонтан полностью разобрали. Теперь он будет храниться на специальной базе. К слову, свою привлекательность городская набережная зимой не утратит. Нижнекамцы смогут интересно проводить свой досуг. Их ожидает множество сюрпризов. У нас по плану. Это елка, которая будет располагаться в торце здания гостиницы, которая смотрит как раз-таки вот в зону фонтана, вот на холме, так скажем. Дальше планируем украсить мост, который причал, вот этот мост, и внизу сделать каток. Набережная однозначно не потеряется, то есть однозначно она будет украшена, она будет выглядеть достойно. Что же касается светомузыкального фонтана, который без всяких сомнений стал ярким символом городской набережной, то свою работу он возобновит следующим летом. Ждать еще долго, а потому предлагаем еще раз насладиться этим завораживающим представлением. Вадим Струминский, Евгений Лузаев, Новости НТР.